Всем привет, с вами Кенни, продолжаем наши похождения в Сталкере путем Ле. Сейчас бежим по основному заданию искать этого чертового средства. Бегался. Да что ты достаешь, это дурьмище, оно тебе не понадобится. Так, сейчас у нас вещи заберут, но насчет вещей, ребята, твою мать, у нас денег не будет. У нас денег не будет, я вспомнил. Тогда, ребята, закупаем. Сейчас прям глобал закупка будет у нас в этой серии. Скупим все, что нам пригодится вообще. Ну или все, что нам может пригодиться. Сейчас или вообще не сейчас. Шухер! Боже. Не мандражу, пацаны! Обходим! Обходишь? Кого ты там обходишь? Помогите! Шу! Шухер, пацаны! Не надо! Не трогай меня! Где стреляют? Боже, я так сейчас обдрестался! Ну, подорвали, пацаны! Кушай яблочко, сука! На, на, бомбит у кого-то. Ушла деревянная. На, сука, яблочко. Никогда хоть и не стрелял с гадюки, но что-то прям. Ну это сейчас убьется. Он на него ушел. Давай быстрее же! А, вот. Давай же. Все. Да не нужен мне твой гребаный пистолет. Блин. Тогда ладно, включаем режим элита. Что мы можем купить? Да и продать. Вообще нам продавать сейчас вообще категорически нету жизни, блин. Ничего нельзя. Нигде нету. Еще денег. В городе менты налит. Короче, берем самый просто дорогой. Вот это. Продаем гранаты, покупаем их за дороже. Продаем вот эту. Дерьмо просто. Раз. Два. Минус 6000. 6000 улетели. Слышь, браток, бухла мне плесни. Сейчас пойдем до АТП.
Хотя надо бы еще, знаете, до Сидоровича сходить. Вообще так-то по-хорошему. Вопрос, где я сохранился? А, нет, нормально. Я-то подумал, все уже, типа. С какого фига я вообще перелетел? Он должен был запнуться там о крышу. Где нету? В городе Ментышмана. Что-то я тут перелетел маленько. Тогда, ладно, пошли по самой безобидной стороне. Ты кидаешь. Вот ты, конечно. Какого фига ты не прыгнул? Ах, подваливай пердак. Он тебе еще пригодится. Ты еще... Да и я вместе с тобой еще мы такого еще с ним. Я хоть второй раз это буду видеть, но тем не менее страшновато все равно будет. Так, так. Мужик, ты оружие это спрячь. Ладно. Что-то починить треб. Как бы все у нас. Вообще все возможные. Чинимся вообще все, что можно, все чиним. Ну, что могу сказать? Все так уж и быть. Потому что сейчас он пропадет у нас. Вся. Если что еще понадобится. Каюк, сходи. Каранты. Что могу сказать? Дай пять. Внимание, анекдот. Один сталкер говорит другому: а я с собой всегда фотографию тещи беру. Зачем? Ну как же? Холод, грязище, аномалии, мутанты. А я гляжу. Неохота мне с тобой болтать. Слушай, устал я. Не до разговоров мне. Не буду я говорить. Солдат этих конченых. Есть что-то на продажу? А что вообще жить, если такие расклады пошли? Сидят, блин, на своих долбанных блокпостах. И на нашем горбу в рай въезжают. Давайте, знаете, что? Точняк. А, нет, не точняк. Давайте-ка, знаете, что сделаем? Привет. Стой, что сделать? Сколько там? Чью? Ладно, мы сейчас сейвимся. Ложимся спать до ночи. И идем убивать собаку. Вот. ТНВшник врубаем. Где задание? Охота вот реально. Пацаны, говно ваше ТНВ. Да ладно! Чё ты её убить-то не можешь? А, всё, я вспомнил, что за задание. А вот, вот это вот. Днём прыгать. Короче,
Короче, надо будет просто притащить радиостанцию. Но она тяжеловастая, поэтому тяжеловастая. Короче, тяжеленькая, да? Ой. Поэтому придется маленько. Но нам к Сидоровичу надо было еще как раз закупиться. Поэтому заодно будет повод еще деньги потратить. Хотя нам только что 5000 дали. Не, ну мы 20 сейчас просрем. На просто в легкую. Это на этот. Надо было за скелет. Тогда мне нужны бы Сева костюм. Ладно, здорово. Вот он на радиостанции. Постараюсь. Так, что интересует? Я, значит, купил вот этого, вот этого, еще 2000 улетает. И патрончиков на дробовичок. Ну, мало ли пригодятся. Хоп. И еще 5000. Мне надо еще, чтобы еще 16. Иди, осталось. Не мозоль глаза. Просто я знаю, что я все просру, все эти деньги. Поэтому вот. Ну, лучше уже сделать так и получить то, что нам вот пригодится в дальнейшем, чем просрать деньги, а потом нам что-то понадобится, и этого у нас не будет. Ну, будет 1010, тогда уже ладно, если их прям уже некуда потратить, и вот останется 10. Я максимум, куда я могу это потратить... Ой, блин, издеваюсь, еще и так долго. Короче, максимум, куда я это могу потратить, даже не максимум, я вот придумал только что. Короче, покупаем калаши или вот МПшки, эти МП5, и просто продаем сталкерам. Вот, если они берут за цену меньше, то как бы вот у них немножко получше. А чё бы нет, лучшим. А, лагерь новичков, вот. Раз им раздадим, а то они с тозами ходят всякими. Есть у некоторых там калаши, но как бы у некоторых. Так. Пойдем патогены чувствовать. Служба. Так, завалил 3000, это пяс просто. Американского насмотрелись. Можно, конечно. Жадности. Ну, давай, ладно. Правда, это месяц много. 2-6 кило, но... Если шо, то мы всегда быстро бегаем. Хотел выпить, но засейвился, потом сочёл это правильно. Логика. Сейчас отдаем, короче. Прям тебе древ. Контейнер, блин. Вот, забрать ППК, но у нас там не будет. Вот он только что был этот. Вот если вот. Вот посмотрите, отмотайте назад специально и посмотрите, был ли техник, когда я шел по патогенычу. Там синий кругляшок и должна быть в нем желтинка, звездочка. Вот как сейчас вы можете наблюдать, наверное. Но нету его. Вот сейчас он пропал, он просто что, пропадает. Что, совсем совести нету у этих? За неделю подошли гопык. Ладно, мы сейчас берем задание, но не идем, идем спать. Потому что не хочу я ночью. Дай пять. В смысле, руку. Так, ладно. А, так нам еще и... Вот ночью вообще фиг поймешь, куда идти. Нам еще и сейчас пушка придет, посмотрим, какие патроны нужны. Ну, точно не те, которые у меня. Так, я 10 всегда сплю. И...
кстати, я заказ возьму еще свой. Вот сейчас будет. Так. Хава. Заказ выполнен. Забирай товар. Сохраняемся. Шторм. Вот шторм это да. У меня в прошлый раз еще шторм был. Ладно, опять придется с него стрелять, конечно. Ну что поделать? Что еще можно заказать? Снайперскую винтовку. Да мы и не можем ничего так-то. Можно, конечно, заказать этот. Выбирай. Сейчас. Можно заказать. Можно заказать, да. Можно просто заказать. Сейчас. Вот дерьмо. Блин, забыл вот в самый ненужный момент. Ни хабара, никакого приварка. А, нет, уже, походу, ничего мы не закажем. Сейчас деньги улетят. Дофига сейчас денег улетит. Смотри, раз, два. 18. На, просто. Все. И нет моих денег. Просто. Да, блин. Ну, не знаю, я грозу не очень люблю, но, блин. Сегодня плестись. Как бы хорошая пушка. Метка, точная. Метка, точная. Я тоже говорю. Не балуй, оружие спрячь. Я еще сколько пью. Все. Убил пацана. Сколько он бегал здесь? О. Да, чуть переборчик. Ладно, придется медленно шагами походить. Короче, мы идем вот сюда, сохраняемся. Ага. Собираем вот это и вот это. И все. Ну, а можно даже чуть-чуть испугаться. Потому что это резко. Ты как бы идешь, да, не знаешь, первый раз приходишь. Берешь. Опа. Блин, нафиг. Блюю как будто. А эти так и так и идут. Опять палочки. Проверим грозу в деле. Да? Или нет? Бум-бум! На, просто отхватил. Пытался попасть сначала по этому, потом тут же по тому, в итоге попал наоборот. Сначала по этому. Короче... А, сложно. Ой, нет, это до Борланда бежать. Потом бежать, короче, до... Сейчас. Потом бежать опять до лагеря. Кабаны! Вот где он.
все, раз, резко. Короче, я не понимаю, вот. Сразу поспим, потому что скоро начнется такое, что я выйду такой на улицу, а там уже ночь. Поэтому лучше поспим. Так, теперь поживем. Ох, страшно, да. Красиво стало. На кошку. Так, ладно. Шо, опять пилим к бандосам. Так, сейчас немножко пришлось подраться тут с местными обитателями. Это было довольно типично. Они, в принципе, шли так прям паровозиком. Ну, я решил не ломать этот паровозик. И раз, два, третий отошел малеха. Но тоже получил жбан. Как-то так. Так, идем, в принципе. У нас 700 рубас. Это просто наименьшая сумма, которую я смог ставить. Дроу. Короче, сейчас вы все увидите. Если... Есть минутка. Чего тебе? Ага. Ага. Даже если мы будем вот соблюдать все правила, чтобы этот... Даже если мы будем соблюдать все правила, чтобы... Чтобы логопед получил долю, когда мы деремся с шмыгой, чтобы мы его не убили, а просто подрезали. Все равно все будет так, как будет сейчас. Мы выходим. На. Третий раз получаем по башке. Все, сталкер, слушай, ясно, да что ж такое-то? Ну почему все меня по голове бьют? Скажи спасибо, что живым оставили, ведь эти логопеды на тебя особые планы. Черт, башка болит, сил нет. Слушай, дружище, а может договориться, я могу заплатить. Да чем ты заплатишь, у тебя же нет ничего. Да с логопедом я разбираться никогда не хочу. А, у напарника деньги есть, его Борлон, говоришь, слыхал я такого. А, ладно, посиди. Ну и все, короче. Ждать помощи, ждать помощи. Можно немножко паркуем, блин, у нас нифига нет. Поэтому я и говорил, вот денег нет. Поэтому я и говорил, что можно пытать. Можно, конечно, этим всем не заниматься. И вот просто пойти и все просрать, но можно кушать достать. Сейчас мы раз, все порежем, разрежем, да. Выйдем на задний двор. Не палься, не палься, салон. Сейчас высыпем. Ну, сейчас будет немножко экшончик. Кто же нас будет спасать? Вот сейчас просто неожиданный поворот будет. Кто же, кто? Ну, Борлан, да, со сталкерами. Ну, все возможно, да? Но! Стрелять. Разложили просто всех. Там же тайник есть, я его забыл взять. Бля, я маслину поймал. Я понял. Вот. Разложили Боже, просто помоги. Всех бандосов. Сейчас идут. По-моему, их тоже разложили чуть-чуть. Меня, а нет.
знаете, кто есть в отряде чистоты? Вот вы никогда не догадаетесь. Вы, конечно, можете угадать, попробовать, но вы не угадаете прям точно. Сейчас мне опять по башке дадут. Кек. Холод, друзья мои, холод это ж... Это сам холод. Вы прикиньте, да, прям вот, вот пришел он, поднял свою жопу из бара, пришел и просто вот помог тут всех раскатать со своим... не крутись, пожалуйста, возьми в руки свое вот это вот, вот это прибор вот этот. О, пацаны, машина. Начинаем всю карьеру сталкерства заново, да? Не знаю, зачем я это сделал, меня сейчас будет жутко колбасить, рабасить, да? Что у тебя? Ладно. Все, никого тут нет, в принципе, уже. Уже всех... Разваляли, наваляли всем. Мы сейвимся, в принципе. Привет, брат! А, вот оно мое. Вот снаряжение нам кто оставил. Так, хорошо, все обошлось, да, да. Сейчас начинается самое интересное. Идем проверяем будку. Ту самую будку, в которую нельзя было попасть никак. Вот он, порог открылся. Можем зайти тут, посмотреть, как это все выглядит. Самое главное, что мы можем попасть. Вот в эту. Пойдем в клан сталкеров, я думаю, хотя там ничего не дают. Можно быть одиночкой, конечно. А можно быть не сталкером. Ничего. Но вы как бы. Прорвемся. Не зря же не сталкер. Я думаю. Не балуй! Оружие спрячь. Хотя. Не. Вот мы будем помогать долгу потом. Небольшой спойлерок. Мы будем помогать долгу, и если, я надеюсь, ну короче, если мы поговорим с сержантом Ворониным, и он нам скажет, что типа, ну потом еще там поработаешь, я посмотрим в деле, если он это скажет, и потом вот этот кость появится, я естественно пойду, что долг моя любимая группа. Если не в долг, я иду, ну, то есть, что будет, то на втором месте свобода. Если не в долг, не в свободу, то, то наемники. Если не туда, не туда и не туда, то сталкер. Бегать недалеко, прям очень недалеко.
мне не приходится там что-то останавливать, делать паузу, там поле, бежать. Все. Да, сейчас, вот прям сейчас, это самое-самое интересное. Прям самое-самое. Самый сок, скажем. Ну, привет! Ну что, начнем? Ну хотя. Нет, начнем мы, ну, может, следующий серии. Хотя я прям хочу делать это. Но начнем мы все-таки это в следующей серии. Ну а с вами был Кенни. Всем удачи, всем пока.